Департамент экономического развития, инвестиций и торговли рассказывает о помощи предпринимателям, которые хотят начать продвижение своего бизнеса в интернете и повысить узнаваемость бренда. Бизнесмены могут получить 7000 рублей на первую рекламную кампанию. Для участия нужно оставить заявку на странице партнерской программы. Программа действует до 27 декабря 2024 года. Поучаствовать в ней могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Телеграм-канал Ленинского района призывает остерегаться телефонных мошенников. Не предоставляйте личную информацию, никогда не отвечайте на просьбы предоставить данные доступа к интернет-банку, информацию о платежных картах, паролях и кодах ни по телефону, ни в интернете. Не открывайте подозрительные ссылки, не вводите эту информацию на непроверенных сайтах. Помните, никто и никогда не должен знать ваши банковские данные. Всегда тщательно проверяйте источники, достоверность контактной информации. Для связи с банком используйте официальные источники и публично доступные номера телефонов. 30 октября в стране отмечается День основания Российского военно-морского флота. Флот является главной составляющей и основой морского потенциала государства, одним из инструментов внешней политики и предназначен для обеспечения защиты интересов России. Телеграм-канал Кировского района поздравляет представителей профессии военных моряков с Днем военно-морского флота, желает крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.